Александра Бовгань, следующая участница, которая кажется на этой сцене, ей 10 лет, она из Москвы. Александра Ужасова, педагога Мира Алексеевна Марченко в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Федоровича Чайковского. Чейзинс, сейчас пик Бургония, из цикла «Три китайские песни». Thank you.
Александр.
хотел вас спросить, совершенно разных эпох музыка была представлена конкурсантами. Вам кажется, что она была удивительна во всех произведениях? Заранее, когда мы посмотрели на программу 4 произведения, сразу же все вопрос. Как можно успеть 4 произведения исполнить за 7 минут? Ну, честно говоря, Александр чуть-чуть, по-моему, перевысила из 7 минут, которые они положили, но я думаю, коллеги готовы простить это время, которое было превышено, потому что каждое произведение было разное, каждое произведение имело свой характер, свой звук, и все-таки Рамо, мы слышали разные краски рояля, мы слышали разнообразность, хорошее чувство времени, и при том еще и этот танец выразительный, танец цыганки. А последующие пьесы, опять же, то слышание пьяно, которое есть у Александра, это качество, которое очень важное, потому что контроль звука форте сложен, но это можно научиться, можно развиться в более взрослом возрасте. А вот услышать хорошо пьяно на самых молодых лет. И вот то так, как Александр слушает, так она через осмысленный звук передает свои чувства и мысли, и не образует. Спасибо большое. Все, абсолютно. Действительно, вот она такая подминистрит, у нее каждая фраза дышала. И ни одной фразы не было дыхание то, чего не хватает, и не хватало многим на первую. И частично не оставалось. Это очень важное качество, которое позволит ей играть музыку не такой правой, как последняя пьеса, которая танцевала, виртуозно, а позволит ей играть внутреннюю музыку, когда все это будет музыкальное дыхание. Это не так часто встречается сейчас даже у дальнейшего взрослого пианиста. Дай Бог, чтобы это все развивалось еще больше. Ну, последнюю пьесу немножко перебор этого. И уже танцевальное начало немножко было вспомнено. Но это никакой роли не играет. Я ее абсолютно, по моему ощущению, поставил выше. Спасибо большое. Николай, скажите, пожалуйста, вы согласны с коллегами? Или у вас есть все-таки другие ощущения? Ситуации, когда безусловно мнение не совпадает. Я хотел только лично обратиться к Александре, пожелать ей научиться танцевать вальс и сказать, что пока что благо страны, ничего страшного не произошло. Но если она вздумает танцевать вальс в таком темпе, то остаток жизни ей придется провести в момент интересы. Если вот как рано будет плакать, пожалуйста, сделайте. Ой, не утверждающий. Пожелание, просто вот так вот, передаю вам слово. У нас эмоции, с другой стороны, очень интересно.
Спасибо большое, Яна. Ну что ж, мы продолжаем прослушивание.